Будем молиться о том, чтобы Пресвятая Богородица благословила этот фестиваль, это действие. У нас такой домашний фестиваль. Мы смотрим, собираем друзей, кто хочет. Но, конечно, следим за тем, чтобы все-таки профессиональную планочку держать на определенном уровне, чтобы не ниже. Поклонники идут, в руках свечки все несут. Ты придешь, я вас скоро.
Фестиваль, наверное, на то и фестиваль, что должны быть все уровни представлены, да, что мы должны послушать и любителей, которые очень любят все это, и профессионалов, которые уже достигли в этом чего-то. Концепция «Матушки Леонии» – то, что в фестивале участвуют очень разные хоры. Она всегда хочет показать, обязательно это должен быть приходской хор, это должен быть любительский хор, это должен быть профессиональный хор, мужской ансамбль, женский ансамбль. В этом плане идея фестиваля замечательная. И возможность услышать вот именно вот все как бы направления хорового искусства, которые на сегодняшний день есть.